Доброе утро! В эфире рубрика «Элементарно», и мы покажем вам, как сделать повседневную жизнь проще с помощью маленьких бытовых хитростей. Если вы часто путешествуете и брать с собой в командировку стакан для зубных щеток у вас нет возможности, мы покажем вам, как содержать свою зубную щетку гигиенически чистой. Для этого нам понадобится обыкновенная прищепка. Одеваем прищепку на горлышко вашей зубной щетки, и после ее использования можно поставить ее возле раковины. Благодаря этому совету ваша зубная щетка будет оставаться постоянно чистой. Элементарно!